мы находимся в Хетхие. И сегодня мы поедем в очень красивое место, которое называется Кедрак Бич. Вчера мы были на экскурсии в долине бабочек. Это видео вы, кстати, можете посмотреть, ссылочку я оставлю вверху. И на обратном пути мы случайно попали на этот пляж. И нам так понравилось, что мы сегодня решили туда вернуться снова. Значит, так как мы живем в районе Чалыша, то вначале мы будем ехать до Фетхие. И в Фетхие пересадим на маршрутку, которая идет до Фаралии. Также, если вы живете в Олюденизе, вы можете сесть на маршрутку, которая идет до Фаралии, и тоже добраться до этого пляжа. От Олюденизе там буквально ехать 5-10 минут на Долмуше. Сегодня мы так и поступим. Поэтому смотрите дальше, я вам покажу, какой это классный пляж. Там вода настолько чистая, что видно даже рыбок. Поэтому смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Мы немного не доехали до остановки. Вот впереди, видите, виднеется, надо было остановиться и выйти здесь. Ну, здесь пройти буквально минутка нам осталась. Очень шикарный запах слышно. Прямо на остановке есть расписание, во сколько отправляются туда и обратно автобусы. Очень удобно. Можно заранее посмотреть, когда будет возвращаться обратно автобус, чтобы уехать на нем в Олюдениз, ну, а в нашем случае в Фетхие. Вот так вот выглядит надпись. Вот мы и подошли пляжу. Здесь перед нами прайс с расценками. Если вы приехали на автомобиле или на другом транспорте, платная парковка. Сколько стоит вход? 9. 9 лир стоит вход. С человека? С человека пешком 9 лир. Да. И мы приехали на автобусе, мы заплатили, получается, за двоих 18 лир. Но если вы приедете на авто или там на мотоцикле, то за парковку еще надо будет платить. Я вот это в начале сняла кусочек, это цена. Ну, сейчас посмотрим, что это за такой пляж. Кедрак. Издалека водичка. Красивая. Бирюзовая. Или пляж. Да, идет как и парк, и пляж. Потому что тут, смотрите, сколько деревьев, как какой даже лес. Пахнет вообще замечательно. Может, сразу сюда пойдем, да, пройдем. Так. Смотрите. Прям как в лесу. Я вижу тут уже какие-то тоже кафешки. Не знаю, что там еще по цене. Ну да, это точно. Где туристические места, там уже где построили кафешки, чтобы на этом зарабатывать. Ну, водичка отсюда нереально красивого цвета. Смотрите. Вообще шикарно. Она где не есть в этом районе. Не видела вообще. Вот такие столики деревянные. Наверное, как раз тут можно что-то да, купить, перекусить. Либо со своим прийти. Так, ну я вот подхожу, чтобы вам показать. Вау! Вообще класс! Красота! Тут получается берег и песок, и галька. В воде я вижу там. Ну, уютненько. Мне уже нравится. Сейчас будем пробовать водичку. Хочу вам показать территорию пляжа Кедрак. Мы хотим сейчас пойти переодеться. Прямо перед нами это раздевалки. Здесь очень шикарный запах в этом парке. С
столиков очень много, можно пообедать, посидеть на таких мягких пуфиках. Впереди перед нами это кафешка, там есть небольшое меню, можно заказать себе пиццу, бургеры, что-то попить и посидеть прямо в этом парке. Людей здесь не так много, как в Голубой лагуне, потому что этот пляж немного отдаленный, находится в стороне, и не каждый хочет сюда ехать. Но в нашем случае для меня это плюс, что здесь не так многолюдно, и можно спокойно отдохнуть, поплавать, нету больших толп туристов. Вот это переодевалки, также здесь находится душ, туалет. Сейчас идем переодеваться. Я иду пробовать водичку. Как вы видите, пляж здесь каменистый, довольно крупные камни, поэтому желательно приезжать сюда в специальной обуви, потому что в воде тоже очень крупная галька и не очень удобно заходить, ногам больно. Но благодаря этим камням вода здесь очень красивого бирюзового цвета, видно мельчайших рыбок. Если у вас есть маска, обязательно берите ее с собой. Здесь есть на что посмотреть. Плавает очень много рыбок. Красивый подводный мир. Отдыхали мы здесь в октябре. Водичка теплая, комфортная. Запах на этом пляже, как я уже говорила, шикарный, просто благодаря этим хвойным деревьям. Вид тоже потрясающий, рядом горы. Этот пляж мне полюбился даже больше, чем Голубая лагуна. Смотрите, рыбки. Сколько рыб? Да, сюда, конечно, желательно приходить с обувью специально, потому что мы без обуви и прикольно там. Тут очень крупные камни. Тут такой классный парк находится. Столики стоят. Самое главное, тут просто шикарный вид открывается. Смотрите, вау. Какая красота. Это пляж Кедрак. Место очень инстаграмное, мы наделали кучу красивых фоточек. Наши друзья не могли нам поверить, что мы находимся в Турции и эти фото именно оттуда. Посмотрите, какая кристально чистая вода. Дно полностью просвещается. И даже на глубине, когда заплываешь очень далеко. Мы решили перекусить в пляжной кафешке, заказали пиццу на двоих и два сока. Вышло нам это около 80 лир. Пообедали мы здесь прямо в этом парке с шикарным видом на море. Но я советую привозить еду с собой, потому что здесь еда не очень вкусная. И если у вас есть возможность, то лучше заранее скупиться в супермаркете и взять на пляж с собой что-то перекусить. Заметила, что местные сюда приезжают подготовленные, привозят с собой и столики, и стулья.
Также на этом пляже можно ночевать с палаткой. Немного дальше есть место для кемпинга, так что имейте в виду, что здесь можно остаться с ночевкой. Уже скоро будет закат. Солнышко будет скоро садиться. Тут вечером, думаю, особенная атмосфера. Кстати, сюда еще парашютисты тоже приземляются. Это очень красиво, если получится мне поймать. Я засниму обязательно этот момент. Просто вот недавно два человека уже сюда приземлились. Было очень красиво. На пляже вы можете арендовать шезлонги и зонтики. Стоимость каждого по 20 лир. Смотрите, сколько в небе парашютистов. Это черненькие маленькие точечки. Это все те люди, которые занимаются парагладингом. Они прыгают с горы Бабадаг. Есть разное время прыжка, и вечернее время – это как раз тогда, когда вы хотите насладиться красивым закатом, видом на горы и на море. У меня на канале также будет видео, где я прыгаю с парашютом. Ссылочку прикреплю вверху, так что переходите, смотрите. Я рекомендую вам этот пляж, если вы хотите насладиться уединением с природой, побыть вдали от шумных толп туристов. Обязательно берите с собой специальную обувь для плавания и маски, ведь здесь можно заняться снорклингом. Этот пляж оборудован всем необходимым: кабинками для переодевания, душевыми кабинками, туалетом, столиками, где можно перекусить, зонтиками и шезлонгами. Приезжайте сюда на целый день и останьтесь, чтобы встретить прекрасный закат. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте мне лайки. И если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно всем отвечу. Ну и до новых видео. Всем пока!